я хотела бы поблагодарить организаторов конференции за приглашение еще раз поучаствовать в ее заседании. И после высокого искусства, о котором рассказывала Елена Анатольевна, я буду говорить чуть-чуть о более прозаичном. Изделия из кости и рога известны с глубокой древности. Основным источником к старинному делу являются материалы археологических раскопок. Они позволяют составить представление о средневековой базе старинного ремесла, о выработке высококачественных художественных изделий и полуфабрикатов из ценных сортов кости, об уровне производства и использования изделий из кости. Это касается и античных государств Северного Причерноморья. Другим важным источником служат свидетельства древних авторов. Несмотря на их немногочисленность и отрывочность, они позволяют получить представление об организации труда ремесленников крестолезов, об изготовлении и использовании некоторых изделий из кости, о применяемых приемах обработки. Об изделиях из кости и рога и крестолезном ремесле писали также многие исследователи, чаще всего в связи с публикациями отдельных находок или коллекций вещей. При публикации коллекции авторы пытались дать их классификацию. Мария Александровна Левкина делила изделия из раскопок Орвии по производственно-бытовому и художественному значению. Елена Петровна Кругликова, публикация коллекции «Спинтикопия», брала за основу технику обработки, а далее давала описание по типам изделий. В монографии Бориса Георгиевича Петерса «Костолезное ремесло в античных государствах Северного Причерноморья» приводится классификация костяных изделий по типам вещей. Коллекции изделий из кости и рога, найденных при раскопах московского города Нимфея, насчитывает 325 экземпляров. Часть коллекции, 190 экземпляров, хранится в Государственном Эрмитаже. А с 1992 года все находки поступают в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, где в настоящее время хранится 135 экземпляров изделий из кости и рога. Остеологические материалы позволяют нам говорить о том, что недостатков в сырье для костолезного ремесла нимфейцы не испытывали. Среди костных остатков присутствуют кости крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, собак, домашних диких птиц, рыб. Можно отметить единичные на кости костей осла, верблюда, а также кости диких животных, зайца, волка, лисы и сайки. Это вот выборка находок остеологического материала за последние 15 лет из раскопок Нимфея, представлены в этой таблице. Свидетельством развития костолезного ремесла в Нимфея могут служить находки заготовок и полуфабрикатов из кости и рога, отпиленные рога оленей, коровы, распиленные и обрезанные трубчатые кости животных. Следует отметить наличие довольно значительного количества фрагментов рогов благородного оленя при почти полном отсутствии его костей. Это позволило Алексею Каспаровичу Каспарову, который определяет астрологические материалы из раскопок Нимфея, высказать предположение о том, что рога оленя приводили в Нимфей откуда-то специально, как сырье для костолезного ремесла. Изделия из кости и рога по своему назначению относятся к разным типам. Это орудия труда, накладки для мебели, шкатулок, игральные кости, музыкальные инструменты, украшения, амулеты и прочее. Среди костяных изделий выделяется группа предметов, которые можно определить как инструменты, используемые ремесленниками. В первую очередь это так называемые костяные рашпили, изготовленные из пястных и плюсневых костей крупного рогатого скота с подтесанными одной, двумя или четырьмя сторонами. На подтесанных сторонах имеются нанесенные, возможно, острием ножа или насечек. Подобные изделия известны также по раскопкам в Борбии, Херсонесе, Пенсионе, Кетах, Панагоре, поселениям села Михайловка и многих других античных поселений. Считается, что они имели широкий диапазон применения и могли использоваться для выделки шкур и обработки поверхности кожаных изделий, а с использованием абразивных материалов, например, мелкого песка, для сглаживания и полировки поверхности предметов из дерева, кости, металла, мрамора. В Нимфее рашпили были найдены в основном в слоях эллинистического и римского времени. Одна из наиболее многочисленных групп изделий в нимфейской коллекции являются костяные стержни. Их найдено 30 экземпляров.
Они представляют собой изделие с одним острым концом, округлым или под прямоугольным гребком, которое расширяется к противоположному концу, у основания которого имеются зарубки. Подобные изделия известны по находкам во многих центрах Причерноморья. Их обычно называют проколками или иглами для вязания сетей. Высказываются предположения и об их использовании в качестве столовых приборов для приготовления или приема пищи. По этнографическим наблюдениям высказывалось исследователями предположение об использовании их в гончарном производстве для нанесения орнамента до обжига на поверхности сосудов. В целом же, наверное, следует отметить широкий диапазон их применения и распространения. Следующая группа изделий – это так называемое шилье. Подобные предметы широко распространены на античных поселениях в слоях преимущественно эллинистического и римского времени. Они могли использоваться для сшивания кожаных изделий, нанесения орнамента на сосуды. В этой группе Борис Георгиевич Петерс выделял несколько типов подобных изделий в зависимости от их формы. Еще одна группа изделий из кости представлена рукоятями ножей. Их найдено в Нимфее 20 экземпляров. Обычно они состоят из двух пластин, скрепленных двумя или тремя металлическими заклепками. Между пластинами крепилось основание лезвия ножа. Но следует отметить также несколько рукоятей ножей из цельной полированной кости. На некоторых нанесен резной орнамент в виде кружков с точкой в центре. Упомянем также и ручку миниатюрного инструмента, изготовленную из зуба животного. В Нимфее найдены также 5 пластин трапециевидной формы со сквозным отверстием у вершины. Подобную пластинку, найденную в Херсонесе, Григорий Дмитриевич Белов называл пирамидальным грузилом и связывал ее с ткацким производством. Борис Георгиевич Петерс высказал предположение об использовании их в качестве нашивных панцирных пластин для защиты бедер. Позднее он же пришел к мнению, что эти предметы использовались в качестве эталона для производства глиняных грузил стандартных размеров. У одной из нимфских пластин следует отметить заостренный широкий край. Возможно, данная пластина могла использоваться для обработки поверхности кожи. Еще одно изделие из ребра коробы с заостренным слегка краем могло использоваться в качестве режущего инструмента. Заостренный край можно также выделить группу изделий, связанных с применением в ткацком ремесле. Два фрагмента орудия с зубцами, вырезанными на продольной части широких ребер крупных животных, могли использоваться в качестве чесалок. Орудие для удаления остатков костриги с волокон предельных изделий. Одно из орудий найдено в слое 3-2 веков до нашей эры, другое в слое 1 веков нашей эры. Но существует и другое мнение по отношению к подобным изделиям. Исследователи поселений Срубного и Сватиновского времени, где были найдены аналогичные предметы, было высказано предположение, что эти орудия использовались для звонки шерсти при обработке шкур. В связи с этим интересно отметить сообщение Геродота о том, что местные племена использовали бычьи ребра при обработке кожи. Все выше приведенные предметы из раскопок Нимфея были явно изготовлены на месте в нимфейских мастерских, о чем свидетельствует как материал ребра и трубчатой полости крупного и мелкого рогатого скота, так и несложная обработка этих изделий. В целом, анализ археологического материала из раскопок памятников Северного Причерноморья позволил исследователям сделать вывод, что почти все известные и применяемые в настоящее время орудия труда и способы обработки кости были известны мастерам античного времени. А высокое качество изделий было обусловлено мастерством древних ремесленников, имеющих многовековые традиции и широким использованием разнообразных инструментов и применением сложных методов обработки костного материала. Исследователям также удалось определить, в каком порядке в античное время в Северном Причерноморье производилась обработка костных заготовок.
Костяные полуфабрикаты после их распиливания или раскалывания на отдельные куски и пластинки, соответствующие размеру и характеру будущего изделия, обрабатывались при помощи рашки. В дальнейшем на сглаженной поверхности наносилась разметка будущего изделия. Далее с помощью стамески, пилы, здесь проведены образцы инструментов, которые использовались и были найдены при раскопках в Северном Черноморье, или токарного станка можно было получить заданные контуры изделий. В ходе дальнейшей обработки мастер, применяя пилу, стамеску, нож, сверло или рашпиль, придавал изделию необходимую форму. Известно, что костяные полуфабрикаты перед распиливанием могли также кипятить с целью их размягчения. В частности, в костолезной мастерской Бельского городища, которая датируется 7-3 веками до нашей эры, была расчищена производственная печь, где, как предполагают исследователи, использовалась для размягчения костных заготовок при помощи распаривания. Следует отметить разнообразие костяных изделий, найденных при раскопках в Минфей. Из костей крупного, которые были изготовлены из костей крупного и мелкого рогатого скота. Это разнообразные костяные пластинки, гладкие с орнаментом, представляющие собой отставки украшений для шкатулок и ларцов или мебели. Часть пластинок была украшена резным орнаментом в виде меандра или чешуи. Для украшения мебели также использовались пластинки в виде ванны. Особый интерес представляют фигурные пластинки, также используемые для детской мебели. Так, голова Сильвика была найдена в слое с материалом 3-1 веков до нашей эры. А фрагмент пластинки в виде пляшущей Минады найден в цистерне, датируемой 3 веком до нашей эры. Отметим также ряд пластинок с изображением грифонов, достаточно характерные для Черноморья. На одной из них перед грифоном изображена голова пана. Датируется эта пластинка 4-3 веками до нашей эры. Пластинки с тончайшим резным орнаментом, украшавшие, по-видимому, шкатулку, были также найдены при раскопках Нефесского некрополя в мужском захоронении по обряду кремации, который датируется середине 5 века до нашей эры. К сожалению, сохранность пластинок незначительна, но по оставшимся элементам здесь крылья, следы, фрагменты, детали одежды. На этой пластинке следы изображения какого-то животного. Здесь насечки на обратной стороне подобных пластинок. Следующая группа изделий – это пиксиды, туалетные коробочки, предназначенные для хранения парфюмерных изделий, румян, мази, пудры, а также снадобий или мелких вещей. Они изготавливались из различных материалов – глины, дерева, металла, стекла, мрамора и кости. Для изготовления костяных пиксид использовались крупные трубчатые кости животных. Поверхность коробочек могла украшаться валиками, резными желобками, рельефным орнаментом. В Нимфее найдены фрагменты 4 подобных изделий. Костяные стилы – особые палочки, которые предназначались для записи по застывшему воску. Они имеют округлое древко, заостренный нижний конец, а верхний край может быть оформлен в виде лопаточки или шарика. Они известны по находкам во многих городах Северного Черноморья. И на восковых дощечках при помощи стилей учили письму и счету детей. Для костяных изделий представлены также фрагменты музыкальных. Среди костяных изделий представлены также фрагменты музыкальных инструментов. Это деталь абуса, флейта. Флейта – духовой музыкальный инструмент, который представлял собой одну или две трубки, которые изготавливались разной длины и с разным количеством отверстий, что обеспечивало большое разнообразие звуковых характеристик. В Нимфее найдено в слоях второй половины 6-5 веков до нашей эры и в слоях эллинистического времени фрагменты подобных клеек. Довольно значительная группа изделий из кости и рога в Нимфейской коллекции, определить функциональное назначение которых пока
с уверенностью не удалось. При этом следует отметить, что они подобные фрагменты с резным украшением встречались как при раскопках на территории города, так и в Днепрополе. Также вот, еще целый ряд полуцилиндрических поделок, которые пока я определить их назначение и использование не могу. Но следует отметить, помимо того, что основные изделия из коллекции Непрестой представлены изделиями из кости и рога крупного рогатого и мелкого рогатого скота, следует отметить несколько изделий из слоновой кости. Предметы из слоновой кости использовались для создания высокохудожественных изделий, и обычно они привозились в Черноморье. В частности, из слоновой кости изготовлена вот эта вот пластинка. И особо хотелось бы отметить фрагмент рельефного изображения головы варвара. Найден этот фрагмент в слое эллинистического времени. Представленный вашему вниманию обзор коллекции изделий из кости рога, происходящих из раскопок московского города Нефея, свидетельствует о высоком уровне старинного производства как на Босфоре, так и в частности на Нефее, о широком применении этих изделий в быту и ремесленном производстве. Находки этих изделий отмечены преимущественно в слоях эллинистического и римского времени на городищах, а также при раскопках на Нефее. Благодарю за внимание.